Театр оперы и балета Якутии с ошеломительным успехом выступил на сцене Большого театра. В Москве якутяне представили оперу «Князь Игорь». Напомним, что премьера данной постановки состоялась менее года назад в Пекине, а затем в Якутске. Айсена Бурнашова продолжит тему. Не прошло и года, а прославленная труппа уже выступает на сцене Большого театра. Через несколько часов «Князь Игорь» предстанет перед московским зрителем. А сейчас на сцене проходит последняя генеральная репетиция. Это начало спектакля где-то полчаса, но в это время обычно радости или нерадости не бывает. Бывает какое-либо, не знаю, может, опустошение какое. Я хочу, чтобы радость и вдохновение было к началу спектакля. Это было бы шикарно. Наше старшее поколение уже выступало, а мы, молодежь, как бы в первый раз здесь. И очень волнительно, очень ответственно, очень увлекательно. И вообще то, что несколько городов, вот так вот все вот соединено, это очень интересно. Сюжет оперы знаком тем, кто читал «Слово о полку Игореве». Князь Игорь хотел добиться победы над половцами без помощи других князей и потерпел поражение. Якутская версия постановки по-своему уникальна. Помимо национального инструмента хамуса, здесь половецкие пляски в новинку представлены в эстетике современной хореографии. В остальном «Князь Игорь» в исполнении якутян все так же отражает всю грандиозность народных сцен с шикарной музыкой, ариями героев и с мощным звучанием хора. Опера, призывающая к единению, не оставила зрителей равнодушными. Однозначно, театр оперы и балета Якутии покорил Москву. Столичные зрители аплодировали стоя. Очень хорошо обращались с музыкальным материалом. Так как это не полная версия, я считаю, что это очень достойно. Впечатление хорошее, голоса сильные, все неплохо. Еще весной купили сюда билеты. Интересное оформление спектакля, поэтому посмотрели с удовольствием. После выступления труппа театра оперы и балета Якутии еще долго не сходила со сцены, наслаждаясь каждым моментом, проведенным на исторической площадке именитого Большого театра. Мы все очень-очень счастливы, потому что это для нас гордость. Не только это наша личная гордость, это гордость всей нашей республики. Очень волнительно то, что вот именно в юбилей нашего театра мы выступили на знаменитой сцене Большого театра. Труппа театра оперы и балета Якутии пробудет в Москве еще 2 дня и представит столичному зрителю концерт «Ария Севера». Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, город Москва.